Привет, друзья, добрый день. Вот у нас вечер и выглянуло солнце. Ну все, короче, по плану, как всегда. С самого утра дождь капал, брызгал местами, было очень-очень холодно, было пасмурно. Короче, было отвратно. Вот время сейчас 6 часов, после 5 пошла жара. Пошла жара. Ну что, еще раз, здрасте, Вовчик. Привет. Чем мы едем? Представляете, мы зашли в Галамарт, с Вовчиком взяли туалетную бумагу, взяли этот санфор, потому что Доместоса там не было. Зашли в Бургер Кинг, Вовка съел там чизбургер. И что вы думаете, я благополучно оставила это все на столе. После этого мы съездили в солярий, потом еще в один магазин, потом еще в один магазин. Прошло уже часа два, наверное, мы поехали с ним в Бургер Кинг, не знаю вообще. Дождется нас туалетная наша бумага или нет? Я вообще, я вот еще когда ее складывала туда, ложила, я еще так и подумала, что я ее 100% забуду. Вот, блин, мне чтобы перед глазом положить, нет. Пойдем, короче, разбираться, кто забрал нашу туалетную бумагу. Кто будет ей жопку вытирать. Вот такие вот дела. Короче, пирог съели, шарлотку. Очень-очень вкусно, да, Вовка? Но, что но? Дети не съели яблоки. Я же говорила, у нас в семье не едят яблоки, не едят изюм в выпечке. Я сама, потому что тоже не очень люблю. Сейчас закрою окно. Я шарлотку не люблю только из-за того, что там яблоки. Вот этот печеный вкус яблок я не очень. Я тоже. А тесто просто бомбическое. Оно просто вообще crazy, crazy. Мам, я сегодня очень мало съел яблок. А тесто больше. Что смотришь на меня? Кто? Там одна. Глаза выпучила. Знакомую видела. Ну что, Вовка, морковка моя, мы с тобой крутые путешественники, да? Мама, нифига тут закрыли, прикинь. Погода, быстрее бы. Сегодня читаю новости, в ленте листаю ВК, вот так вот скажем. А, ВК листаю ленту, и что я увидела? Скоро у нас будет аномальная жара. В следующей неделе просто мы будем изнывать от жары. Не дождусь. Эти ямы, вот недавно только залатали эти дороги уже откуда-то ямина. Я жду, не дождусь, когда это будет жара. Потому что дома очень холодно. Что мне давишь, что прям прижался, блин. Не смотри на меня. Не смотри. Угу. Мне вообще бесит, когда вот так вот в жопу дышит. Зачем? Я и так нормально еду. Я не еду 40, 50, 51. Лыбятся такие едут. Вас сняли. Вас сняла скрытая камера. Я сам себе режиссер, да? Я всегда с собой беру видеокамеру. Помните, раньше такая передача была? Всякую фигню показывали. Так интересно было. Да? А, ты, Вовка, не знаешь? Да я и думаю. Но, надо тебе показать такую программу. Телепередачу. Что же я хотела сказать? Короче, холодно, очень холодно дома, прям зябко. Я вообще сплю практически в одежде. Мама. В штанах, в носках, в толстых. Мама, мне жарко. Ну, вот Вовка со мной спит, он у меня как печка. И вместо печушки моей, да? Угу. Бьется в тесной печушке огонь, на поленях смола, как слеза. Мы эту песню учили перед 9 мая каждый раз в школе. Дарин. Короче, сегодня я с самого утра, где-то сколько я проснулась, часов? Пол восьмого, что ли? Включила слепую, включила гадалку. Смотрела, короче. Смотреть больше нечего. Первый канал включила. Там вообще информационный канал уже стал. Второй канал включила, та же херня.
Задолбали, блин. В уши льют все. А сон у тебя что забыл? А сон? Мне снились колдуны и маги. После такого? После этого, ну. Я потом задремала на полчаса. И мне снилось, как будто кто-то там что-то шаманит, колдует. Волосы жгет, лягушачьи лапки жарит. Все это посыпая перхотью кикиморы. А? Типа ты туда пошла? Да нет. Чего, посидишь, ладно? Ладно. Я быстро. Да это я запомню. Мне такие шнурки неудобные вообще. Спасибо. Постоянно развязываются. Бесячие, надо поменять их. Добрый день. Я оставила туалетную бумагу и моющее. Да, сейчас. Ага. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Вот так вот пришлось вернуться только из-за этого. Опять развязалась, смотрите. Задолбали мне эти шнурки уже реально. Хоть пришивай их. Надо же, как так можно вообще? Как так можно жить? На, Вова. Наконец-то вернулась она. Наши хозяйские руки, да? Ага. Ладно, поехали мы домой. Мама, а что они там оставили? А они убрали к себе в подсобку, видимо, кто-то им сказал. Ну, я даже не сомневалась в том, что я заберу. Вообще. О, мы, короче, купили ванилина. Такое ощущение, что как будто он рассыпанный. Такой запах стоит, да, Вовка? Угу. Как будто у нас выпечка в машине. Все, понюхал? Все, наелся? Сегодня пирог печь больше не будем. Больше. Завтра также сядем, понюхаем. Представим, что мы его испекли. И все. Ладно, мы поехали домой. Уже наконец-то. Где? На доме. В смысле, кирпичики? Да.